Повестку в военкомат подсудимый получал трижды, но на медкомиссию так и не пришел. Сначала помогал матери поставить парализованного отца на ноги, потом появилась своя семья. Оставлять родных и идти служить не хотелось. В итоге в отношении Челнинца возбудили уголовное дело. Кстати, он раскаивался, при таком не совершится. Также хочу учесть, что у меня рожденный малолетний ребенок, прошу строго не наказывать. Гособвинение попросило для подсудимого наказание в виде штрафа в размере 25 тысяч рублей. Суд назначил парню 160 часов обязательных работ. Тем не менее, биография молодого человека уже испачкана судимостью. На его примере я тем, кто ребята, которые сегодня пытаются, родители пытаются уклониться, посоветовал бы не портить судьбу. Вот парню 26,5 лет, фактически он думал еще полгодика, и отпрыгнул 27 лет. Вот. И у него даже... Факт того, что если многие ребята, которые потом осуждены по этой статье, одумавшись, уходят служить в ряды вооруженных сил, у него даже не будет такого шанса. В военком отмечают, уклонистов становится меньше. В прошлом году за это преступление было осуждено всего 4 человека, а еще пару лет назад к уголовной ответственности привлекли 15 парней. Эльвира Ермакова, Петр Греков, эфир 24.